что грозит человеку, если он сел за руль нетрезвым, уже будучи подвергнутым административному наказанию? Будут ли отвечать по закону люди, у которых нет водительского удостоверения? Могут ли за вождение в нетрезвом виде конфисковать транспортное средство? Смотрите программу «Прокурор в теме» 20 марта 18:15. Гость в студии Сергей Маркелов, прокурор Красноглинского района города Самары.